Мобильные операторы уверяют, жители нашей республики зарекомендовали себя как одни из самых активных пользователей сети 4G в Поволжье. Связь нового поколения появилась в Чувашии недавно, но активно набирает популярность. О плюсах и перспективах технологий сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции, организованной компанией «Билайн». Сегодня в Чебоксарах и Новочебоксарске практически нет белых пятен. Связь 4G в городах есть почти везде. Для обеспечения хорошего уровня сигнала работает огромное количество базовых станций. Это позволяет поддерживать среднюю скорость в районе 20-40 мегабит в секунду, а на мероприятии скорость LTE Билайн достигла 69 мегабит в секунду. Такие возможности привлекают внимание многих пользователей. Если весь интернет-трафик в нашем филиале вырос на 100%, в два раза, то интернет-трафик в 4G вырос в 12 раз. Развитию сети 4G в Чебоксарах и Новочебоксарске могут позавидовать жители многих городов Поволжья. Так, по данным Билайна, чебоксарец в месяц скачивает на 40% больше информации, чем житель Казани. Спрос на новую технологию сегодня есть не только в столице, но и в районах Чувашии. Так, например, жители городов и сел, расположенных недалеко от Чебоксар, уже могут подключиться к 4G. Есть, в общем-то, вот отличное решение, которое мы опробовали на практике уже многократно. Это установка вот таких внешних антенн. Собственно говоря, антенна длиной там менее метра. Сейчас мобильные операторы думают о развитии сети 4G в районах республики. В конце встречи журналисты смогли ощутить на себе высокие скорости в прямом смысле слова. Пресс-конференция завершилась полетами. Операторы сотовой связи заверили, что в скором времени интернет в устройствах их клиентов будет летать не хуже самолетов. Виктор Вилкин, Владимир Синдеев, Вести Чебоксары.